Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве LG S96 Pro включить функцию резервного копирования Google. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система». Резервное копирование. Включаем функцию «Загружать на Google диск». Затем, что нужно сделать, это добавить аккаунт Google. Для этого нам, конечно же, понадобится подключение к интернету. Вписываем здесь наш телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее». Следующим шагом вписываем наш пароль. Нажимаем «Далее». Затем принимаем условия использования и политику конфиденциальности Google. И последним шагом, что нам нужно сделать, это нажать «Принять». Сейчас, вот оно уже, вот-вот оно загрузится. И мы нажмем «Принять». Господи, пожалуйста, загрузись. Я не хочу делать это все заново. Давайте попробуем еще раз. Может, нас пол... Все, аккаунт добавлен. Нажимаем ОК. И после этого телефон будет готов к резервному копированию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.